Всем привет! Это утро уже второго дня нашего путешествия. Вчера мы прекрасно, просто прекрасно с одной стороны попали, с другой стороны хорошо, что попали, потому что мы попали в 4-звездочный отель с ужином, завтраком и бассейнами в цене. Заплатили, правда, за это все 260, по-моему, 260 евро, ну, плюс-минус. Вот. Поспали. Ну, Сашка еще спит, а я уже, в принципе, поднялся и готов к труду и обороне. Отель соединен коридорчиком с термальными бассейнами, и поэтому мы вчера пошли сразу, искупнулись, потом побежали на ужин и пошли спать. Сегодняшние планы у нас грандиозные. Перед нами 81 километр дороги. Я сейчас посмотрел по навигации. 620 метров у нас горки вверх и 610 вниз. Навигация показывает, что 5 часов. Одна навигация говорит, что 5 часов, вторая навигация говорит, что 6 часов дороги. Надо добавлять к этому обязательно, наверное, еще какой-нибудь час. И получим, а может и 2, и получим правдивое значение. Справимся. Ну а теперь давайте я вам покажу нашу комнатку. Ну а кровати здесь приятные, мягкие, спать прикольно, удобно. Доброе утро. Второй день нашего приключения. Мы проснулись, мы позавтракали. Завтрак был просто классный. Там были все виды булочек, всякие сладкие и несладкие. Были джемы, было мед в сотах. Вот, поэтому просто берете, набираете и едите. Завтрак классный. Здесь можно выбрать хоть мясо, хоть рыбу. Я имею в виду там сосиски всякие. Вот. А кто не хочет есть так, вот тот может себе взять круассан, вот вафли, джем и булочку. Что же касается нашего самочувствия. Вчера писали прекрасные комментарии по поводу: ребята, как ваши попы, ноги и так далее. Но за попы было особенно видно, было, что люди волнуются. Вот я вам хочу сказать, что вчера попы, конечно, чувствовались. Это я врать не буду. Вот. Но сегодня абсолютно все нормально. Не болят даже ноги. Но точно знаю, что на следующее такое какое-нибудь длинное путешествие я обязательно поменяю седло. То есть я хочу взять кожаное, потому что вот эти вот мягкие гелевые, которые у нас сейчас, это, ну, устает, попа устает. А я последних 10 километров я попил воды, которую мы купили, вот, которая меня прям взбодрила, вот, и я ехал вообще легко. Чтобы было понятно, у нас недостатка в воде не было, вот. Воды мы взяли много, но под конец уже вот как раз вот к Хевлину, когда мы подъезжали, уже вода закончилась. Поэтому мы купили бутылку магнезии, и магнезия Сашу просто вот посадила еще на коня. И я уже бежал за ним, ехал, вернее, за ним старался догнать. Ну ты же не сказал, я поехал медленно. Я понял, да. Я ж не мог тебе сказать: Саша, я устал. Но вот здесь вот ночевали наши велосипеды. Тут много для электровелосипедов зарядок. Ну и мы еще повесили свои велосипеды сюда вот. Что? Ну как, щелку. Рот, главное, не открывай широко. Вот если бы ветер был в спину, было бы идеально. А так как он постоянно в лицо, то крути-крути, с горочки, в горочку, все едино. Тяжко. Вот. И опять ветерок в морду. Какая радость. Подъемчики. Люблю подъемчики. Когда еще ветер в лицо. Это же сказка. А не путешествие получается. Горочки выматывают. Хорошо, что хоть тут еще какой-то лес и закрывает ветер. Потому что до этого был ветер еще в лицо. И это вообще был адский ужас. Вот. Ну а пока наши велосипедисты едут в Вену на велосипедах, мы в Вену поедем на чем? На поезде. Вот такая вот станция отдыха для велосипедистов. Тут стол, туалет. Тут музей явно. Но самое интересное — это холодильник, в котором вода охлаждается. Вода охлаждается. За вот такие деньги. И вон касса. И вон там касса, ты туда бросаешь монетку. Ну не прекрасно ли это, друзья мои? Очень хочется попробовать местного лимонада. Яблочный. И монетка в евро уходит в кассу. Дзинь. Оператору не дам. Прям боюсь выходить. А, это они в песок стреляют, да? Не знаю. После этого Юра и Сашка решили удирать побыстрее. Кто знает, чего ожидать от австрийских охотников. Время от времени наши велосипедисты подкреплялись алычой. Ну что там, Александр, вкусно? Очень вкусно. Когда голодный, готов и ветки есть. Yeah. Да, вот это склепики винные. И горочка. Куда ж без нее. Тем, кто в Фейсбуке писал о том, что вся дорога половинки либо с горки вниз, мой пламенный большой привет. Все нормально. Я смотрю на папино колесо, он едет передо мной. И вообще не обращаю внимания на дорогу, ну, сколько там еще ехать, и намного легче ехать вообще-то. Ну, рассказывай. Я устал. Я готов сказать, я ухожу, но мне некуда идти. У нас тут горочка вверх, горочка вниз, потом затяжной подъем, спуск, потом опять подъем. Самое плохое, что сегодня воскресенье и закрыты магазины, поэтому а у нас заканчивается вода. Я думаю, что мы нигде не сможем ее купить, кроме как на таких вот стоянках, которые мы вам показывали уже. Вот жду не дождусь, когда я увижу такую стоянку, потому что у нас остается вот 2 бутылки воды, полученные в отеле, и все. Сложно, сложно. У нас кризис, не побоюсь этого слова. Мы проехали сколько, 35 километров? Что? 128. 128 это со вчерашнего дня, а сегодня мы проехали 35 километров, наверное, где-то так. И это жесть, друзья. Это вот, честно скажу, это жесть. Потому что это не равнинка, как, про которую вы писали. Это горка на горке. И горка и погоняет. И снова горка. И потом опять горка. И ты только спускаешься, у тебя 40 км в час скорость. И тут же подъем, когда ты переходишь на 5 км в час. Вот. Поэтому мы уже даже готовы были сдаться. И искать тут какой-нибудь вокзал, сесть на поезд и не искать себе приключений на попу. Но решили, что мы еще немножко потерпим, да? Решили или это я решил? Я вам скажу, что Саша не то что большой молодец, а это человек, которым я буду до конца жизни гордиться, как минимум за одну только эту поездку. Потому что я уже просто вот коньки откидываю и педали тоже склеиваю. А он живчиком и не стонет, и ничего не говорит мне, и едет спокойненько. Я говорю: Саша, все, съезжаем. А он такой: а что, ты устал? А, еще одна неприятность, на самом деле, которую мы сейчас вот поймали, это, опять-таки, это воскресенье. Отсутствие по пути следования каких-либо ресторанов. На обед мы еще не заехали. Мы поймали какой-то один ресторанчик. Я бы даже не сказал, что это ресторанчик, это такое придорожное кафе. И там продавались только очень жирные жареные сосиски, такие, знаете, ну, очень жирные, и картофель фри. И это, ну, в общем, я решил, что, наверное, не стоит. Хотя, может быть, как минимум Сашку надо было покормить. И все же наши путешественники нашли ресторан в Унтер-Ольберн-Торфе. А вы сможете такое выговорить? А в нем внезапно пиво из Брно. Вот скажите мне, пожалуйста, неужели нужно было ехать в такую даль, чтобы получить в Австрии Старобрно? Это жирка трясется. Но я его выпью с удовольствием.